вами находимся на рабочем месте дежурного по станции. Дежурного по станции Восточного поста, который осуществляет прием поездов с Востока и с Кузбасса, прием поездов как транзитных, так и поездов, прибывших в расформирование, в своем парке, на своем рабочем месте, имеет три парка. Первый парк пассажирский, первый, второй, третий путь предназначен для пропуска пассажирских и пригородных поездов. С 4 по 10 пути мы с вами видим, это транзитный парк А. Но при этом при всем, в этот парк можно принимать и отправлять как поезда транзитные, так и поезда своего прибывшие в расформирование. Имеется выход с помощью стрелочных переводов, выход на пути надвига, на сортировочную горку. Что такое поезд, прибывший в расформирование? Это поезд, имеющий в составе своем, имеет вагоны разных назначений. Все эти назначения накапливаются в сортировочном парке. Из нескольких поездов мы будем с вами иметь несколько уже более дальних поездов. Из нескольких разборочных поездов имеем дальние поезда. То есть вагоны распускаются, накапливаются на сортировочных путях и уже выставляются в парк отправления и следуют дальше нашему клиенту. Пост довольно-таки сложный у нас, поэтому на посту работает два дежурных по станции. Первый — это...